Кстати, можем попробовать с водой помыть окно на балконе. Оно реально грязное, прям все в пыли. Я не знаю, видно вам или нет, изнутри вот должно быть лучше видно. Смотрите, оно реально грязное, его очень давно не мыли. В этот раз побрызгаем на микрофибру обычной водой и попробуем помыть это окно. Смотрим на результат. Окно чистое. Есть, конечно, небольшие разводы, но если сравнить с тем, что было, то это просто небо и земля. Не идеально, конечно, но вытирает.